И сегодня на стадионе ЦСКА прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Победы. Среди участников школьники, студенты, сотрудники региональных предприятий бежали команды в несколько этапов, передавая эстафетное знамя. Надо бороться до конца, как боролись наши деды за Родину, правильно? Они дали нам жизнь, мы должны тут что-то сделать в этой жизни, но бороться до конца, как они.